Всем привет! Сегодня в работе Hyundai Santa Fe второго поколения. Вот с такой штатной магнитолой. Это мы называем большой экран. И есть камера, когда выводится на зеркало заднего вида. В данном случае у нас на магнитолу. Мы ее заменили. Штатная вышла из строя. Что случается абсолютно с каждым Kia Hyundai. И каждый владелец с этим сталкивается. Включаем заднюю передачу. И видим изображение с новой камеры. Парковочные линии остаются штатные. Ровно виден бампер от края до края. То есть горизонт идеальный. Максимально широкий угол обзора. То есть видно и потолок, и бампер. И вот красный столбик мы видим. И также мы видим его здесь. Видим машину в зеркале. И также мы видим ее здесь. Все прекрасно показывает, никаких проблем, никаких задержек включения-выключения. Включаем-включается, выключаем-выключается. То есть моментально. Картинка прекрасная, на все есть гарантия, по времени примерно 1 час. Обращайтесь.